Я снимаю для Кук видео. На килограмм яблок нам понадобится 200 мл воды и 400 грамм сахара. Яблоки режем на дольки и чистим от кожуры и сердцевинок. Складываем в кастрюлю, заливаем водой и оставляем тушиться минут 20. Когда яблоки уварились и стали мягкими, растираем их в пюре. Добавляем сахар. Варим, периодически помешивая, чтобы не пригорело, в зависимости от сорта яблок от 40 минут до 3 часов. У нас был сорт Прима, мы его варили 2,5 часа. Когда повидло загустело, снимаем с огня. Оно готово. Можно есть так, а можно закатать по банкам на зиму.